Дорогие друзья, добрый вечер. Я смотрю, нас не доехала куча народу. Ну, это ничего. Хотя жаль, потому что наша программа сегодняшняя, она, как бы это сказать, целиком и полностью ориентирована на хоровое пение, да. И чем хор, так сказать, полней и веселей и больше, тем бывает лучше. Мы сейчас начнем с небольшого вступления, потому что вот у нас в соседнем зале выдающийся литератор Дмитрий Быков выступает, а у нас как раз есть песня на его стихи. И чтобы вам разлука с ним не казалась ужасной, вот. И чтобы он там икал как-то еще. Да, и чтобы он сейчас там икнул, мы споем вам песню, которая к кино отношения не имеет, но она сама как кино, просто как кино. Называется «Стрекоза и муравей». Это продолжение басни Ивана Андреевича Крылова. Вы же помните эту страшную перипетию. Муравей говорит стрекозе: «Ты все пела это дело, так пойди же попляши», а она ему и отвечает: «Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки и чайник со свистком, и радужный огонь росистого напитка мне только то и впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рвы соломинки таскают, мыши, способные к работе и борьбе. Умеем лишь просить, пусти меня к себе и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой и мозолистый, угрюмый, большеротый, завистью следя, воздушный мой прыжок, попросишь стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу: пойди-ка, поработай. Вот. Это была песня на стихи Дмитрия Быкова. Ее сочинил наш большой друг Володя Васильев. А сейчас мы перейдем, пожалуй, тогда к основной нашей программе, которая называется «Это было недавно, это было давно». И начнем мы, конечно, с заглавной песни, потому что она вроде бы как и объясняет вообще, что сегодня будет происходить. Сегодня у нас будет вечер воспоминаний. Мы будем вспоминать песни из старинных кинофильмов, ну, как старинных. И из кинофильмов и 70-х годов, и 50-х. И постарше, и помоложе. Да. И все это имеет определенно смысл, потому что росли мы в разное время, здесь собрались люди, принадлежащие к разным поколениям. И мы могли слушать разную музыку, мы могли читать разные книжки, но кино у нас было одно на всех. У нас другого не было. Было только то, которое снималось вот для нас с вами в Советском Союзе. В небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказки венского леса я услышал в кино, это было
Это было недавно. Это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда, то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда, но остался надолго. Это вальс из кино. Это было недавно. Это было давно. Но остался надолго. Это вальс из кино. Это было гастроли. Значит, в Одессу из Петербурга приезжает группа, да, приезжают артисты, приезжает какая-то такая гастрольная группа, чтобы под видом, значит, театра варьете заниматься, собирать деньги на терроризм. На революцию. На революцию, да. Сейчас на терроризм. Да, и вот этот самый призыв сдавать деньги звучит в песне. Самый известный такой лейтмотив этого фильма. Дамы, господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестны. Сотвори Господь хоть 50 Одесс. Все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал город, меценат и крест, весь в деньгах с задатками повесы. Если будут с гонором, то будет вес, чтоб ступить по улице в Одессы. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства. Я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и Штатах недостаток меценатов, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями крылом. Если чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полусловно. Из подробностей пикантных две. Мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить вы смогли бы. Ну а женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Все в Одессе море песни, порт, бульвар, много лестниц, гробы, устрицы, акации, бизон, шанте. Да наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра. Конечно, мы не можем не вспомнить о сказке.
оскароносную песню, да, которая стала самой знаменитой во всем мире. Это песня Александра, как ее однажды объявил один диджей по радио, сама своими ушами слышала. А сейчас прослушайте саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верит». Прошу вас, Сергей Николаевич. Авторы Сергей Соболев, Юрий Висбор. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слеза Москва не верила, а верила любви. Снегами заморожена, весною заморожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобой, стали мы его судьбой, ты глядись в его лицо, чтобы не было вначале, утоли все печаль, он не стал обручать нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краш земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщится к вальсам венским. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он прорвется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Утоли там все печали, но ты стала обручальным нам садовое кольцо. Но ты стала обручальным нам садовое кольцо. Среди песен о Москве, которые вошли в кинематограф, конечно, особое место занимает песня «Болота Кужава». Это главный певец Москвы. И мы с вами помним прекрасный фильм, который согрел нас всех каким-то таким ностальгическим настроением, «Покровские ворота». Там было много песен «Болота Кужава». Мы сейчас вспомним что-нибудь оттуда. Часовые любви на Смоленской стоят, часовые любви у Никитских не спят, часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовые полагаются смен. Слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда не кончится,
Представьте, не пришлось встретить.
есть песни, которые вошли в фильм, а есть песни, которые, которые вообще, которые фильм посвящен. Да? Это песня Юрия Висбера «Ты у меня одна». Да. Снял Астрахань. Такое кино. Ты эту песню эту, в фильме в итоге пел какой-то такой пьяный оркестр. Да, подумали. Мы с вами как следует смотрим, сейчас красиво. Ты у меня одна, словно ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Зову ее бедняжка, если клоун выйдет плохо.
на стихи новеллы Матвеевой, хотя здесь такая почти детективная история присутствует. В фильме написано, что стихи данного произведения принадлежат Роберту Рождественскому. А во всех других источниках написано, что это стихи новеллы Матвеевой. Имеется в виду фильм еще раз про любовь, в котором снят по пьесе Родзинского «104 страницы о любви», играет Доронина и Лазарев. Помните, такой был в 60-е любимый фильм? И песня, конечно, я мечтала о морях и кораллах. И вот здесь очень сложно понять, как произошло, что в титрах указан Роберт Рождественский. Может быть, по каким-то причинам новелла Матвеева не могла получить гонорар. И, например, Рождественский поставил свое имя, чтобы, значит, подруге передать в день. Есть такая версия какая-то, такая конспирологическая слегка. Ну, в общем, факт остается фактом. Везде написано, во всех источниках, в том числе на официальном сайте новеллы Матвеевой, написано, что это ее стихи. Ее последнее интервью тоже называется «Я мечтала о морях и кораллах». Вот. Но мы с вами попытаемся представить, как сидит Роберт Рождественский и сочиняет вот эти стихи. Я мечтала о морях и кораллах, я поесть хотела суп черепаши, я ступила на кораблик, оказался из газеты вчерашней, я ступила на кораблик, оказался из газеты вчерашней, то одна зима идет, то другая, и метель все за окном завывает, только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают, только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают, а весною я в несчастье не верю, и как пелень не боюсь моросящей, а весной линяют. Весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. У порога встали голые громады, я к подножью щекой припадаю, и не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю, и не выросла еще та ромашка, на которой я себе. Написано на стихи Геннадия Шпаликова, композитор Илья Катаев. Был такой довольно популярный композитор в советское время, сочинил много прекрасных песен, в том числе, например, «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке». А это песня из кинофильма «Коллеги». На меня надвигается по реке обитый лёд, навигация на реке пароход, пароход белый веник, дым над красной трубой, мы по палубе бегали, целовались с тобой, пароход белый веник, дым над красной трубой. Свою папу раскрыть.
музыкальный инструмент. Да. Если кто-то впервые на наших концертах, то вот для вас я расскажу. Это не хухры-мухры. Это не детская игрушка, это самый настоящий музыкальный. В интернете какой-то такой зверек тропический был с фруктом, тоже неизвестного происхождения, и подпись такая «Что-то с чем-то». Очень похоже, чтобы... Да-да-да, очень похоже. Это такой музыкальный инструмент с виду милый, но на самом деле с древней историей. Это гавайская гитара, она называется укулеле, что в переводе с языка аборигенов означает «скачущая блоха». Прыгающая. Ну или скачущая. Скакать — это так легкомысленно. А прыгать — это, да, поделать. Завезена она была на Гавайи в эпоху Возрождения, в эпоху колонизации, конкистадорами. Они ее туда завезли и там бросили. То есть в Европе она как-то... Она развивалась и потом... Да, а что-то другое развилось вот в этом. Получилась ренессансная гитара с тем же строем, с тоже четырьмя струнами. Но вот на Гавайях она в каком-то первозданном виде сохранилась. Нетронутым островитянам, они уже будут развивать что-нибудь не особо и нужно. Играет и играет. Вот я думаю, на этой причине все так и произошло. Так, мы о чем? Мы про укулеле пока рассказываем, что она может петь разными голосами. Мне очень громко это звучит. Да. И мы вам сейчас это покажем. Для начала песенка. Из кинофильма «Служебный роман». Счастье капризно, да и тревожно, а жизнь она и вовсе одна, вторая.
зарядки биржевой. Инструмента написанное произведение Венесуэлы.
Израильский вальс. Сомбра. Нет уж. Подъем. Хотел сегодня подскочить, но всякий раз, когда вот так мы как-то в такой конфигурации оказываемся на сцене, я не могу себе отказать в удовольствии, и вам тоже. Лучше так вот начнем. Помните, такие детские рисунки, они совершенно похожи, но там нужно найти 10 отличий. Я вам предлагаю найти 10 совпадений. Мой конь, белый
Он бросил курить, поэтому теперь продает диски.